хорошее кресло. Хейтер ARCX. Есть Фантом, а у меня Фабрик. Фантом стоит дороже, и он больше, Фабрик меньше. Вообще, черные цвета должны быть из кожи у них, все остальные из ткани, но, видимо, у них есть все. Я взял серый цвет, черный не хотел, белый красиво намажется, синего не было. В общем, взял, что было. Хорошая скидка сделали, магазин Аллигатор, вообще красавчик. 1800 скидку сделали, доставка практически бесплатная была, не практически бесплатная. Вот, так что спасибо, и 1000 у них скидка была на это кресло. Шикарное кресло, шикарнейшее, мне очень нравится, масса настроек, очень качественно. Ручки 4D регулируются, спинка наклоняется на 160 градусов, но я этим не балуюсь, мне как-то это не сильно интересно спать в кресле, но можно делать. Ручки регулируются как хотите, вверх, вниз, вправо, влево. Вот это регулируется, она, когда вы сидите, сделана, вам удобно ее нажимать, когда не сидите, неудобно. И вперед, назад, и ручки еще снизу регулируются, можно их больше выдвинуть, я их меньше выдвину, мне в двери не влезет, если их больше выдвину. Вот такая мощный механизм, это на магнитных, да, таких магнитиках держится, шикарненько все сделано. Тут снизу еще закручивается на болтичек. Вот, кресло вверх-вниз можно опускать. Вот, и блокировать. Блокировать режим качения. И также тут снизу есть вот эта балабина, где мы можем тоже регулировать мягкость качения в соответствии с своим весом. Или больше, или меньше будет качаться. Очень классно ездит. Безумно мягенько. Такие подушечки-прокладочки. В общем-то, классно.